кировских детей, кто в Артек не попадет, есть вариант подышать чистым воздухом кировских лесов. Уже совсем скоро начнутся оздоровительные лагерные смены. Но еще раньше лагеря начнут посещать те, кто отвечает за безопасность детей. Больше всего внимания специалисты будут обращать на пожарную безопасность. Сейчас специалисты пытаются устранить все недостатки. Сегодня в лагере «Березка» Екатеринбурга готовят место отдыха к приезду детей. Мы с вами сейчас находимся в одном из корпусов, где в этом году сделан декоративный ремонт. Два года назад из-за большого скачка напряжения в этом корпусе детского лагеря «Березка» произошел пожар. Сейчас следов происшествия уже не найти. В прошлом году здание капитально отремонтировали. А чтобы избежать подобных происшествий, постарались учесть все требования безопасности. Теперь в каждой комнате есть пожарная сигнализация. Проводка изолирована. Также в корпусе имеется 4 огнетушителя. А выходов запасных тоже несколько, да? Да, вот мы с вами в один зашли. Безопасность детей прежде всего, рассказывает директор лагеря Сергей Коновалов. Поэтому в этом году было решено провести ремонт еще и в медицинском пункте. Теперь он соответствует всем необходимым нормам. До этого у нас стены были отштукатурены и покрыты стеклообоями и покрашены водонепроницаемой краской, что не совсем нравилось Роспотребнадзору. В этом году мы облицевали керамической плиткой. Она очень нравится. Роспотребнадзор и Пошехнадзор. Больше всего замечаний при проверке делают пожарные. Это связано с тем, что большинство загородных лагерей строились много лет назад. С тех пор правила и нормы сильно изменились. Первое предписание от Пошехнадзора мы получили, никогда не забуду, 181 пункт в этом предписании было. И из этого, из 181 пункта, наверное, 10 такие, которые бумажные, где там приказы обновить, а все остальное – это дорогостоящие были мероприятия. Сейчас, чтобы привести территорию в порядок, здесь трудится 6 бригад рабочих. Все должно быть готово к 3 июня. В этот день сюда приедут ревизоры с проверкой. А уже 5 июня в лагерь заедет первая смена. Всего этим летом здесь отдохнут около 2000 ребятишек. Екатерина Зубарева, Алексей Вожегов, Бюро новостей Давича.